Вот, блин, Витян. Решили до форта до этого прокатиться. Короче, лезли в гору в какое-то время. Таратайка. Вот он. Вот тут вот. Короче, входить нельзя, блин. Опасно. Глянь, что осталось. Ну, как на фотке он там. Гитлер выходил отсюда. Колючая по голову тулочка. По-моему, с другой стороны есть хороший вход. Вот это. Забора-то нету. Сейчас пойдем сходим. Запуряю вас. Давайте. Кого найду? Уши. Забор-то, блин. От честных людей, похоже. Мы перелезли. Так, пойдем. Посмотрим, как тут. Что защищались. Вот, смотрите. А то сейчас наступите. Я уж вот оттуда найду. Вот это уже. Опа. Светлана, что говорили? Да, тут смотри, вообще все серьезно. Ой-ой-ой. Да, ой. Тут, а ты тут не взрослый. Ров какой. Наверное. Ты сейчас спишь. Ведите себя. Так, никуда не лазьте, иди сюда. Не надо никуда спускаться. Да, тут, блин, катакомбы такие, короче. Вон тут вот. Тут видно, вон. Двери охренели. Ты машину закрыл? Нет. Есть тут сооружение-то. А что бы вот они его не восстановили, блин, и не показывали бы? Да? А? А вообще он что-то, смотри, такое уже блестит. Ну, капец, ну, блин. Такое сооружение-то бросили. Что это было? Штукатурка. Да, да, да. Ощущение. Друзей ужас. Это колодезы. Ну иди, Светлана, побегай, попрыгай, полази. Ощущение, что мы в фильме. Это вообще другие места. О, туалеты, смотри, я туалет нашел. А на фильмах постоянно и штуки туда и падают. Правда, бывшие. Все. По-моему, все разминировали уже давно, но, блин, ну, кто знает. Как-то... Мамки на ночь.
Вадим, ну ты один не ходи, иди сюда. Не, ну тут так-то, смотри, почищено все. Эх ты, блин. Там вообще он подвалы, смотри. Настроили. Ну, туда, конечно, мы, наверное, не пойдем. Мало там какие-нибудь зомби немецкие еще сохранились. Где мы глянем, что же нет в конце. Ну, вот это вот явно камин бывший. Гарь. Сейчас, Вадим, я гляну, что тут за лесенки. Блин, ну капец строение. Я пойду коня на волю отпущу. Да, сейчас, ну тут, блин. Пап, со мной далеко не забирайся. Вот какие-то лесенки наверх. Чё? Где он, чё там лазить? Вадим, не пойдем мы в подвал. Встань. Тебя там привидения съедят. Нет. Ничего нет-то. Привидения не существуют. Вдруг существуют. У нас сверху вот так вот все это вот выглядит. Да, не ходи туда. Лес. Да, вот тут вот. В 1940 году немцы все это взяли. Да, и тут Гитлер гулял. И заботливые рабочие тут, чтобы не провалились, блин. Стана, пошли. Там где-то машина наша. Погуляли мы, блин. О, тут внизу мост еще похоже. А тут, смотри, тут еще что-то выдвижное было. Смотри, он механизм сохранился. Мост, само собой. Да, вот, смотри. Обалдеть. Вадяк, смотри, не убейся. Я за тобой не полезу. Да, ну вот. Полезешь? Сюда на подставляешь? Вон там он в больнице еще. Вадим! Не рискуй. Ушами своими. Ну, как раз вот. Фотка вот с этого. Ладно, изобрази он Гитлера, давай, стой. Тут вот сделано было. Ну, раз вас научили, значит никак. Ну да. Вот примерно так вот, короче, он выглядел. Да, вот только... 1940 году. Но сейчас вот 2016 год. Выглядит вот так вот все. Пошли, Вадяк. Мама кричевала. Все, все живы, здоровы. Вот мы выбрались. Вон наш вон Бибика. Да.
ушли почти без потерь. Пока. Ривьеры. Да, вот он. Войнушка была. Ну да, Первая мировая. Да, первая. Да, вот это. До первой, но вот и тут план, смотри, что. Ну давай. Не страшно. Так вот. Да, Стана, тебе да искупайся, там еще тебе делать-то нефиг, блин. Я ж тебе. Давай, Вадим, пока машись. Ну, что ты там делаешь? Да? Так, ничего. На улице, блин, красота. Ну тут что у нас тут было? Ну а что мы там собрались? Ну это не фотоаппарат. Дяк, ну ты. О. Какой. Пошлите. Не ломайте. Ну так нельзя, я вам просто хочу надписи снять. Вон тут. Что-то 1595. Боже, он типа ров такой. Кошмар, кошмар, кошмар. Ну так хоть глянем. Что у нас тут? Налоговый там только. Цепь для велосипеда. Вадим, ну здесь еще не все развалено, не разваливайте дальше. Вадим, иди вот с этой стороны, чтобы я тебя видел. А где этот? Где это? Залезу. Не надо, Светлана, не лезь на столб. Где это? А почему на медивале? Можно было, а здесь нет. Потому что это специально. Вот, щиты нарисованы. Да, хоть глянем, что это такое. Какой-то герб. Что? Ну, это же герб, по-моему, изваяние какое-то. Светлана, ну зачем ты везде постоянно лазишь, блин? Эта штука лет... Сколько уже лет стоит? Сейчас ты залезешь, она отвалится. Помещения для рок-групп сдают. Кстати, блин, по-моему, 200 евро за полгода, что-то такое. Бац. А почему так нельзя посмотреть? Ну, потому что... Подойди. Что ты скажешь? Мы хотим послушать, да? Че, Светлана, худеешь? Что? Худеешь? Нет. Ну а че, худеешь? Что у тебя? Да, больше не может. Папа, помоги! Чего тебе? Я отпускаю.
спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Да, я спускаю, ладно. Что тут там делать-то? Опа! Тынь-тынь-тынь-тынь. Ну а сам что? Опа! Какая он синяя качанька. Крылья, видимо, качать. Семейный подряд. Да, у меня дальше не проходит. Да у меня тоже все. Аттракцион колесо смерти, да? Чего ты сказал? Аттракцион, говорю, колесо смерти. Почему? Нет, это мое место! Светлана, это мое место! Ты за меня! Не могу! Ты все место занимаешь на себя! Ты что, Фе? Вот у тебя кто-то. На этом мы прекращаем передачу, потому что дальше идут кадры, которые нельзя смотреть слабонервным и беременным, да? Тоскливо тут было лезть-то, я смотрю, блин. Ну прикинь, как они с мечами тут лезли, с саблями. Нахватывали. Ну, когда я вот эти... Пробочка такая, нехилая. Ну, потому что, блин, это не похоже на собаку. Что написано, Вадя? Это на квест. А? Это на квест похоже. Это на квест. Написано маршал Серюрье 1742-1819. На пенопласт. Очень твердый пенопласт. Пошли, вандал. Он не твердый. Не твердый. Разбегись, упался. Смотрим, если он твердый. Какая у тебя рана открылась? Ну-ка покажи. Все. Надо ампутировать руку. Ну как, нет. Все. Сейчас я кровь выпишу. Кость торчит. Пошли. Так а зачем ты фонари ломаешь? Аюшки! Так я понял, а ты бил палкой по фонарю. Она сломалась, все нормально.
Давайте еще помахайте, домой пойдем уже. Пока.